Конкурс Лидеры корпоративной благотворительности стартовал в 2008 году. Его цель ⁇ выявить лучшие благотворительные программы компании и распространить информацию для привлечения внимания общества, бизнеса, власти и СМИ к корпоративной благотворительности в России. В исследовании 2017 года приняли участие 52 компании. Их оценивали по следующим параметрам ⁇ системность и последовательность благотворительной деятельности, качество управления, эффективность программы проектов, взаимодействие с заинтересованными сторонами партнерство и распространение опыта и лучших практик. Независимые эксперты высоко оценили деятельность Металлоинвеста, отметив системный подход в области корпоративной социальной ответственности и существенный вклад в устойчивое развитие регионов присутствия. Жюри конкурса отметила положительную динамику повышения эффективности и профессионализма компании в реализации благотворительных проектов и программ. Корпоративная социальная ответственность – неотъемлемая часть стратегии «Металлоинвеста» в области устойчивого развития, прокомментировала директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям управляющей компании «Металлоинвест» Юлия Мазанова. Совместно с заинтересованными сторонами, жителями, экспертами, представителями исполнительной власти мы реализуем программы, которые содействуют развитию местных сообществ и формированию благоприятной социально-культурной среды на территориях присутствия компании. Грантовый конкурс «Сделаем вместе» был запущен в 2016 году во всех городах присутствия «Металлоинвеста» – Старомосколе, Губкине, Железногорске и Новотроицке. В его рамках юридические лица и инициативные граждане получают гранты на реализацию социально ориентированных проектов, направленных на повышение качества жизни в городах присутствия. «Сделаем вместе» способствует росту социальной активности жителей. Количество заявок в 2017 году выросло на 44%.